Ашчик вышел в следующую стадию. Ну а вот обещанный поединок. Хежи Вэнь, испанец, против Петера Карлсона. Хежи Вэнь, вот он, китаец, которому уже 42 года, который продолжает успешно играть на международной арене, который наделал здесь шума. Играет хваткой перо, играет короткими шипами. Против него один из самых именитых шведских теннисистов, Петер Карлсон. Йорген Персон и Ян Уве Вальнер уже завершили свое выступление здесь. Последний из магикан, можно сказать так, остался в основной сетке. Очень сложно, конечно, играть Хежи Вэню против суперсовременной игры. Он использует одну сторону, пупыри, значит, нету вращений. Все время надо рисковать. Практически второй мяч он играет справа. Точнее, правой стороной, когда играет, то завершающий удар. Но очень сложные подачи. Они остались. Они довольно-таки длинные, но очень сложные по вращению. Выполнение этих подач в Китае уделяется огромное внимание. Но, наверное, это с детства осталось. И Хежи Вэнь, я его видел недавно на европейском кубковых соревнованиях. Он подает, как все китайцы, верхним, нижним краем ракетки. Это уникальность китайской школы. Они подают не просто за счет силы вращения, а за счет правильного соприкосновения мяча с ракеткой. Нижним краем получается очень сильный запил, а верхним краем как будто бы движение выполняется то же самое, а мячу придается более плоской. На этой разнице противники ошибаются. И вот опять, теперь быстрая подача. Ну вот это мастерство осталось с детства, грубо говоря. Хежи Вэня могли видеть и российские поклонники настольного тенниса. Если мне не изменяет память, 2 года назад российская сборная играла с испанцами в рамках Евролиги. И Хежи Вэнь, если мне опять же не изменяет память, приезжал сюда к нам в Чертаново. Испанцы встречались с нашей сборной. Россияне выиграли 3-2 тогда. И, по-моему, 2 очка дал как раз Хежи Вэнь. Хотя, может быть, 3-1, но я точно помню, что очко он дал своей сборной. Вот так. Карсон, конечно, тоже суперопытный спортсмен. Я не думаю, что он должен именно проиграть все-таки. Ну, было бы немножко несправедливо. Несправедливо, конечно. Хежи Вэнь великолепный спортсмен. Но Карсон чисто представитель Европы. Но он тоже не справляется против пупырей, плоских приемов Хежи Вэня. Тоже в сетку, но не очень непонятно все-таки. Такой опыт и такие ошибки. Доиграл. 11-7. Петер Карлсон получил некую уверенность психологическую в собственных силах. Ну и вы могли наглядно понаблюдать за тем, как играет Хежи Вэнь. Singles last 16 match between Peter Carlsen of Sweden and Hishi Wen of Spain. Peter Carlsen. Матча 1/16 финала между испанцем Хежи Вэнем, вот он крупно на вашем экране, бывшим китайцем, и Петером Карлсоном из Швеции, именитым спортсменом, чемпионом мира, чемпионом Европы. Чемпионом мира Петер Карлсон становился в команде шведской сборной. Ну что ж, понаблюдаем, как изменится, может быть, рисунок игры, тактическая задумка Хежи Вэня. Первую партию он проиграл 7-11. Ну, два представителя Европы, выход в элиту настольного тенниса за выход 16. Ну, один представитель, я думаю, что точно Хежи Вэнь, можно сказать, европеец, потому что, ну, не знаю, уж лет 15 он играет за сборную Испании и представляет Европу на всех международных соревнованиях. А Карсон – это последний, как мы говорим, магикан из шведской сборной, который представляет здесь бывших чемпионов мира шведов. И будем
по-хорошему болеть за европейцев в дальнейшем. И кто из них, наверное, будет иметь возможность сопротивляться китайской школе. Ну, невнятная игра, если честно. Она не очень такая понятная, потому что Хижевен предоставляет все время суперсложные вращения, прием топ-спинов, прием подачи, сами подачи. Он хочет запутать на первом этапе сразу Карсона. Но если Карсон входит в игровую ситуацию через вращение, наверное, он переигрывает сразу Хижевена. Но самое главное — дойти до первого розыгрыша, выйти из этого сложной игры, принять активную подачу, использовать свое вращение и продолжить атаку. Вот, если он начинает, конечно, Хижевен очень сложно. Хижевен играет в основном за счет ошибок противника, меняя скорость, меняя вращение. Мастерства, конечно, у него хватает, но я не думаю, что у него скорости те, которые сейчас используют спортсмены в настольном теннисе. Ну, посмотрим, кто знает. Хежевень, можете себе представить, дорогие друзья, в далеком 85-м году выигрывал чемпионат мира в составе сборной Китая и становился бронзовым медалистом этого же чемпионата мира в Гетеборге. 20 лет прошло. Китайской сборной 3 или 4 поколения теннисистов уже сменились за это время. Даже больше, наверное. А он продолжает выступать на международной арене. И на мировом уровне способен обыграть чемпиона мира. Это уже он здесь обидел Вернера Шлагера, обыграв его со счетом 4-3. Шлагер тогда начал сетовать на мячи. Вроде как кривые были, на влажность, но... Но Хижевен так играет. Он играет за неприятный счет... Неприятный оппонент. Да, за счет мастерства, за счет выполнения элементов. Он путает сам. Сам противников путает. Ну, вот видите, здесь сочетание какое-то, какие-то одиночные выстрелы пошли. Или он принимает подачу Карсон, или не принимает подачу. А Хижевен или выполняет такую подачу, которая очень пассивно и плохо играет Карсон, или не принимает топ-спин от Карсона. Ну, давайте посмотрим. Там, кстати говоря, на соседнем столе идет встреча между Ван Лицинем и Ли Чином. Ван Лицинь, первая ракетка мира, китаец, выигрывает у своего соперника из Гонконга по партиям со счетом 2-1. В четвертом сете счет 7-5 в пользу Ван Лициня. Хижевень очень собран. В его возрасте уже тренером сборной Китая нельзя стать, я думаю. Мужскую сборную, я напомню, тренирует Лю Гуалян, которому даже 30 еще нет. А Хежевену 42, еще раз отмечу. 86. Впереди испанский спортсмен. Ну, да. Очень сложно, конечно, в таком возрасте играть, играть от приема и играть суперактивно, потому что если пассивно, то, конечно, трудно рассчитывать на успех. Рискует, все время рискует. Вот, пожалуйста. Ну пожалуйста. И понятно, какой главный козырь у Хежевеня. Единичный удар, единственный, но активный, которым пытается выиграть розыгрыш Хежевень. Больше ему рассчитывать не на что. В перестрелке, конечно, Карлсон его переиграет. Ну, вот это уже не игра Хижевеня. Да, ну сложно. Очень сложно играть. Но он все использует, все использует. Все то, что возможно, все, что чем владеет технически, он это использует. Там, кстати говоря, на скамейке чуть поодаль промелькнула, по-моему, Галя Дворок, которая также выступает за сборную Испании. Да. Она поддерживает своего соотечественника, конечно, теперь конечно. Уже. Я не знаю смешной пары, кто с кем играет. Может быть, Дворок играет Галя вместе с Хижевеном. Может быть. Потому что Дворок – это практически лидер испанской женской сборной. Надежда испанской сборной. Ну, да. Я отмечу, что Галя Дворок дочь знаменитого в прошлом советского теннисиста Владимира Дворока. Не только Вовы Дворока, а и не менее знаменитый мамы, скажем так, да.
Хасановой, Флюра Хасанова, великолепная спортсменка, чемпионка, многократная чемпионка Европы по юношам, член сборной команды СССР, участница чемпионатов мира. Ну, великолепный, конечно, и дуэт сложился у Дворака и Хасановой в исполнении Гали Дворак. Я надеюсь, что она будет играть. И я не знаю, как интересно просто. Она играла здесь, конечно. Ей трудно еще бороться на таком высоком уровне. Но она имеет очень своеобразную игру. Ну, немножко похожа на Флюру, конечно, по игровой молодая ситуации. Молодая теннисистка, 17 лет ей, по-моему. Да-да-да. Но в этом году она в четвертый раз стала чемпионкой Испании. То есть это говорит о том, что действительно соперниц у нее нет, даже в ее возрасте. Это говорит о высоком мастерстве ее тренеров, Флюры Хасановой и Вовы Дворака. Это советская школа, которую представляет Галя. И они показали то, что они хорошие, великолепные тренеры. Вот замечание сделали Петеру Карлсону. Потому что все равно только минуту. Задержка идет, да. Только минуту имеет право даже на обмен маячек. Ну, случай, помните, на чемпионате Европы, когда, да. По-моему, Калинику Скрианга, да, поднес номер к судье и попросил тогда уже его прикрепить. Но он смягчил для того, чтобы его не дисквалифицировали, не сняли очко. Так, ну, продолжение 1-1. Очень сложно Карлсону, он не справляется с приемом Хижевена, плоским приемом слева и завершающими ударами справа. Какой принцип, я просто даже не представляю, что он может сделать. Ну, я видел, как Вальнер играл с Хижевеном однажды, но он использовал... Ну, и Вальнер, конечно, это гений настольного тенниса. Он просто резал Хижевена, Хижевен... Делал легкие топ-спинчики справа, делал паузы и по этим легким топ-спинчикам уничтожал перекруткой мяч. Ну, наверное, Карлсон не того уровня игрок, технически подготовленный по сравнению с Вальнером. Ему трудно так использовать. Хотя чемпион, многократный чемпион Европы в одиночном разряде, чемпион мира. В команде, чемпион мира в паре. Супер опытный спортсмен тоже. Сейчас специально посмотрел табличку смешанного разряда. Галя Дворак играла с Виктором Санчесом, ну, не самым сильным партнером в миксте, я имею в виду. Проиграли в первом же круге испанцы дуэту из Чехии Томаш Павелка и Ивета Вачиновска 4-1. Хежевен не играл, микст. Ну, наверное, тяжело. В этом возрасте уже тяжело распыляться, думаю, на несколько разрядов. Думаю, что с пару еще, наверное, он играл. И одиночный разряд. В паре он великолепно играет. Вот единственное, то, что я видел, конечно. Левша, владеющий фантастическим приемом подач. Короткая игра. Конечно, он в паре. И через раз образуется у него время. Он может играть через раз. Он великолепно играет пару. Великолепно пару. Ну, Карлсон сейчас очень активно стал играть. И практически поменял немножко направление. Он стал играть первым ходом на сильнейшую сторону. Хижевену вправо. Ну, я говорю, вот в отношении левши играет ему вправо. Вот видите, все мячи. Ну, так. Ну, приносил успех это, до этого очка. Ставил неудобное положение, образовалось там пустое место в левом углу, и туда он его доигрывал. Вот. Ну, все, ну, не знаю, может быть, тактика была сказана, только все вправо. Ну, две ошибки довольно-таки таких, технически не справляется с подачей. Вот опять подача, опять вправо. Да, направление ему было четко сказано, и он его четко выполняет. Тоже приятно. Спортсмен такого уровня, с таким опытом, так довольно-таки уверенно слушает своего тренера, который, я уверен, что, наверное, чуть не его возраста. И выполняет это задание. Смотрите, опять четко выполняет сказанное вправо, значит, вправо.
Если кому-то интересно, какие хитрые шипы использует Хеживейн, Double Happiness 651. Но основание очень старое у него. Также. Ой, какая марки. Подача уходящая. Какое сильное боковое вращение. Прямо ушла в сторону подача. Если, может быть, покажет ее. Просто уже. Да, очень сильно. Это за счет техники выполняет подачу. Вот опять. Она вроде вот бы, кажется, выскакивает подачу, но да. Она очень хитрая. Правый угол. Ну, нашел он, конечно, место слабое у Хеживейна. Трудно ему в таком возрасте передвигаться на косые мячи. На косые мячи. Очень сложно. А, по-моему, его секундирует молодой. Кто это у нас? У шведов? Да. Петер Штернборг. Да. Главный тренер сборной Швеции. Я думаю, мужской. В одном возрасте. Он, по-моему, даже помоложе Петера Карлсона. Не говоря уже о Хеживейне. Ну что, 11-5. Петр выиграл третью партию, повел со счетом 2-1. За счет изменений тактики выиграл уверенно этот сет. Ну, теперь будет думать Хеживейн, да, что делать. Думаю, он изменит направление. Сейчас думаю, что будет обратный. Значит, Хеживейн будет играть вправо сейчас, Карлсона, если он хочет изменить тактику. Ну, вот сейчас посмотрим, он его скажет. Пускай лучше он тебе справа играет на твой блок слева, чем ловит тебя правый уголочек по левой диагонали. Ну вот теперь уже борьба идет, наверное, тренеров. Кто будет быстрее менять тактические решения в каждом сете, кто будет приспосабливаться лучше к изменениям игровым в каждом сете. Может быть, мы увидим каждый сет разный. По тактике, по стратегии. Да, интересно, что у Хеживейна есть тренер тоже здесь, но я думаю, что он больше номинальный. Молодой совсем человек. Ну, тоже это думаю... нет. Со стороны очень все видно. Вот поэтому важен такой аналитический ум. Аналитический ум важен для тренера. Он должен видеть направление, количество ошибок, с какой стороны просто элементарно считать. И куда лучше, чтобы хотя бы не проигрывать очко. Ну, вот здесь. Ну, разводит. Да, я думаю, что была подсказка, что ты подумай, сколько ему лет. Ты играешь в одну точку, партии, в одну точку, бесполезно. Надо двигать его. Теперь Хеживейн заставляет Петера Карлсона уже двигаться. Двигаться, потому что он его играет вправо, хочешь не хочешь, очень сложный. Даже если играть вправо по прямой, не получается косого мяча вправо. Вот он чуть-чуть его придерживает. Я думаю, что правый. Да, вправо, понятно. Вот Йорген об этом Персон и Ян Уивальнер наблюдают за встречей своего соотечественника сейчас. Вот мы и говорим, что тренер видит, со стороны все видно. За счет чего? Вот вправо, да, вправо. Но ошибается слева, потому что все-таки Карсон есть Карсон. Он играет и справа, и слева великолепно. Да, вне зависимости от возраста, тренер есть тренер. Хотя, посмотрев на тренерский цех тот же, заметил для себя, что несколько он помолодел, Владимир Александрович, в целом. Ну, наверное, Люгу Аляна возьмите, Петра Штернборга. Ну, наверное, так и должно быть. Но я думаю, что вначале надо тренеров молодых бросать на определенные куски, как говорится. Вот этот кусочек выполнить, вот этот участочек отработать. А стратегия все-таки, наверное, должна быть у более опытных тренеров. Именно стратегия. Ясно, что трудно тренерам в возрасте уже эмоционально жить все время в таком ритме, который сейчас настольный теннис предоставляет. А молодые должны не учиться, а именно пробовать. Вот этот главный. Пробовать варианты. Вот он доказывает, что он попал. Сейчас посмотрим на повторе. Что он задел мяч. Но только судья может определить это. Ну, давайте стратегию посмотрим. Карсон борется играть вправо, Хеживейн тоже борется играть вправо. Ну вот, кто первый сыграет в нужную точку первым мячом? Весь смысл игры сводится.
Надо было видеть картину вчера, как убегал, можно сказать, из этого гимнастического спортивного комплекса Шанхая Ян Уйвальднер. Да, он проиграл Володе Самсонову, завершил здесь свое выступление. Но как любят его зрители, как любят его болельщики в Китае, просто фантастика. Он буквально бегом выбегал из дверей, побежал к автобусу, и одежду на нем в клочья рвали буквально. Можете себе представить, насколько популярен в Китае настольный теннис. И как любят не только своих здесь. Здесь свои кумиры, и Ян Уйвальднер один из них. Ну, давайте. Мы смотрим сейчас уже мысль игры. Все равно вправо. Ну, вправо все, ну, хорошо все. Если только остров вправо, наверное, чуть-чуть поострее надо играть. Но тяжело Хижевенов. Даже я не думаю, что Карсон должен бояться игры и в левой диагонали. Он много ошибался, конечно, но он должен думать о том, что он все-таки Карсон. Ну, тяжелая у них игра, конечно, очень тяжелая. Приспосабливаться, все время надо думать. Ну, вот, правый угол. Как оказалось, что сильнейшая сторона правой, она на самом деле в игровой ситуации оказывается слабейшей. Ой-ой-ой. Два очка преимущества отдает в концовке партии Петер Карлсон. Тяжело ему будет сейчас. Подачу Хежевена. Сложный, сложный, сложный. Очень сложно играет Хежевен. Но концентрация должна быть полная на вращении. Не справляется. На вид длинной подачи. Я думаю, что если, конечно, будет встреча с китайским спортсменом, этот мяч будет уничтожаться. А Карсон все-таки немножко старомодно играет. Он снизу хочет приподнять мяч. А снизу мяч приподнимает, скорость невысокая, и люди успевают. Ну, наверное, это и есть новое поколение настольного тенниса. Может быть, через определенный период что-то изменится. По-новому начнут вращать, как в свое время вращали венгерские спортсмены практически с полу. Но фантастическое было вращение у Герги, у Йонера по силе. И с ним очень трудно было справляться. Ну, наверное, может, и такой период будет обратно. Все течет, все меняется. Мы помним, как в восьмерке оказались два защитника, о которых мы практически забыли. Какие новые направления для защитников появились. Вот. Думаю, что в этом и прекрасен настольный теннис, что он развивается не только лишь в одном направлении, в скорости или в каких-то супермощных движениях, но направление меняется. Улучшается щит, как говорится, начинают придумывать меч. Придумали меч, начали думать, как бы новый щит найти какой-то очень крепкий. Значит, ну это прекрасно, это просто прекрасно. Поэтому надо, я думаю, что не надо бросаться в какое-то одно направление, а использовать их в полной мере от таланта ваших учеников действовать, а не от такого жизненного направления настольного тенниса в этот период там, времени, не года, там направления, там 90-е года, 2000-е года, там, начало 21 века, конец 21 века. Нет, может быть, родится какой-то новый суперигрок, будет играть по-новому, удивительно играть будет. Ну, посмотрим, будет ли продолжаться борьба, кто первый сыграет вправо, или что-то изменится, или Карсон подумает, что ему надо отойти и просто более стабильно играть, и он должен переиграть просто в стабильной игре. А но в матче... вот опять, вот это сильнейший старт. Топ-спин влево, прием фантастический у Хижевена, он сразу по прямой направляет, а мяч супер плоский идет после пупырей, очень сложный мяч. И не справляется. Вправо играет, нагло вправо играет. Хижевен дает топ-спин сделать. Но Карлсон ошибается сам.
Он делает первый топс тоже по диагонали, так принципиально делает по диагонали. А там блок слева, который... Но он не совершает ошибок, он не выигрывает этим мячом очко, а он просто не совершает ошибок, а предоставляет противнику суперсложный мяч. Вот опять, не справляется с этими вращениями, он подает сложную подачу. Ну так, и как мы говорим в своем цеху в тренерском, Хижевен отдает ему свое вращение, которое становится обратным. Если с верхним вращением, то пупырями прием отдачи идет нижнее вращение. Это законы. Закон настольного тенниса. Ну и должен Карлсон это знать. Я не знаю, может быть, забыл в суматохе. Тем более, что в предыдущем раунде, точнее говоря, не в предыдущем, в 1-32 финала, он обыграл-то подобного противника. Ему оппонировал Ян Минь из Италии, но тоже бывший китаец, который также использует хватку перо и тоже играет короткими шипами. А мы говорим все про Италию, Испанию, развитие настольного тенниса в этих стран за счет 40-летних китайских спортсменов. Не думаю, что это хорошо для развития игры в Европе, но для того, чтобы играть на уровне, мировом уровне, наверное, это не лучший вариант. Если элита в 40 лет и китайского происхождения. Ну, вот сейчас повезло Карсону. Он сделал скидку. И тот какая-то скидка была, просто легкий накат вправо. Хотя тоже опять вправо. Может быть, все-таки, может, ему уже кричит тренер, что ты должен. Не забудь, куда играть. Ну, не может он направление поменять. Не может. Вот. Вот. Два раза сыграл. Теперь он вправо сыграл. Ну, вообще хороший. Должны они и привыкнуть. Но есть такое понятие, тренер, наверное, должен подсказать, чтобы человек привыкнет, что ты играешь вправо, надо сыграть хоть один мяч на координацию влево, чтобы тот опять встал в угол, в левый угол, тогда будет игра. А вот опять правый угол. И до свидания. Да. 5-3 повел Хежевень. Ну, очень неудобный соперник. Из тех, с кем неприятно действительно играть. Именно неприятно играть. Ну, надо приспосабливаться. Если бы играл бы сейчас молодой какой-то спортсмен, мы могли говорить, что он приобретает опыт. Но Карсон только может, наверное, не приобретать, а терять опыт. Уже приобретать... 35-то, да, уже. Приобретать нечего тут. И он с Хижевеном, я думаю, что играл в течение... Там своей карьеры 20-летний, там 15-летний, он играл с ним раз, десятки раз. Но не может быть, чтобы он не знает, что у того шипы, короткие шипы и плоский прием. До свидания. Как косо играет. Как... Не сильно, а косо играет. Не сильно, а косо играет Хижевен. Да, смотрите, раз, и направление меняет. А теперь смотрите, кисточку, посмотрите на кисточку. Опа, повернули кисточку и в другой угол. Учебник. Учебник, да, да. Вот, показывает, кажется, что мокрая ракетка, надо протереть ее. Ну, наверное, ему надо время, все время. Каждый мяч очень сложный по вращению, надо очень быстро соображать, что делать с этим мячом. Где закрыть, где приоткрыть ракеточку. Ну, играет он немножко медленно, снизу все равно начинает. Старомодно, да, как да, мы уже сказали. Вот, не справляется он с приемом, и все равно вращает в левый угол. Такое ощущение, что он забыл, за счет чего он выиграл сет. Если все-таки сейчас выиграет Хежевень, вы посмотрите, дорогие друзья, как быстро его в следующем раунде разорвет Малини. В этом я просто не сомневаюсь. Давайте не будем говорить. Но два первяка будут играть. Это великолепная игра будет. Просто тоже... Мы опять, наверное, должны не только лишь смотреть, а учиться. Учиться, еще раз учиться. Потому что каждая встреча – это маленький учебник. Маленький учебник, который раскрывается не только для игроков, а для тренеров. Потому что игроки эмоциональные. Они должны смотреть, конечно, больше, как наслаждаться настольным теннисом. А тренеры должны анализировать. Очень странно все. Странная встреча, конечно. До встречи я был уверен, что Карсон выиграет легко.
Не верил я, что может спортсмен Хижевен, который не часто даже появляется на международной арене и особенно не пытается играть какие-то крупнейшие соревнования про туры и еще что-либо. Но он больше за команду играет, за сборную Испании. Он за Испанию играет, наверное, за клуб за свой играет, спокойно относится к этому. Значит, а Карсон, для него это как хобби получается. Карсон играет все то, что возможно вообще в мире. И, ну, может быть, и поэтому у него эмоционально он так взвинчен и столько ошибок совершает. Непонятно. Завелась, кстати говоря, китайская публика, которая до поры до времени молчала. Знаете почему? Потому что у нас в соседнем столе назревает настоящая сенсация. Первая ракетка мира, один из главных соискателей золота этого чемпионата мира, Ван Ли Цинь, не может пока что сломить сопротивление своего соперника из Гонконга, Ли Чина. Там счет по партиям 3-3 и 6-4 в решающей партии впереди Ван Ли Цинь. Пока что. И снова ошибается Петер Карлсон. Но уже в сердцах он что-то себе выговаривает сам. Коль скоро мы заговорили об инвентаре Хежевеня, быстро скажу о том, чем играет Петер Карлсон. На основании у него Стига Клиппервуд, накладки Стига Мендо. Ну, наверное, максимальная толщина, я так подозреваю, 10-7. Опять не справляется с подачей. Да. Причем подача длинная, но не знаю, не понимаю я, честно говоря. Уверен, что что-то не так. Не понял, кто-то минуту берет или нет, еще? Нет, нет. Какие-то проблемы, может быть, тоже с ракеткой, может быть, влага попала. Влага, да, это вот так. Вот опять. Бола, вот, и одна и та же подача. Фантастика. Нет, вот эта подача, она уходит просто вправо. Но он ее раза 3-4 использовал в самые уходит. Ключевые моменты. И Карсон никак не хочет включить ноги, чтобы чуть-чуть сдвинуться в правый угол. И она от него просто убегает, эта подача. Вот, ну такое сильное вращение, значит, не использует не скрытность подачи, а использует просто мастерство. Хижевен показывает мастерство выполнения подачи. Вот давайте учиться подачам, просто подачам учиться. Ну, хотелось бы, чтобы точно такая же подача, но еще она была короткая. Тогда это будет и опасно для китайцев. Ну что, 3-2 повел испанец. Преимущество на его стороне. Сейчас, я думаю, он два китайца испанских, два китайца. Китайский тренер, который очень давно работает в Испании. Очень давно. Вот они понимают. Думаешь, полуслова может быть, друг друга. Да, думаю, может быть, на китайском языке даже говорят. А, кстати, Карлсон третью майку меняет. Но не знаю, он, может, ищет счастливую. Да, сменил цвет. Сменил цвет. А, нет, это его тренер. Нет, но, его тем тренер. Не менее, желтая и снова майку меняет. Вообще, по правилам есть такое понятие, что в какой майке ты вышел, ты можешь их менять, но они должны быть идентичны. Он не имеет права менять цвет и направление. Потому что до встречи судья смотрит и спрашивает, в каких майках вы будете участвовать. Потому что должны быть контрастные майки в связи с телевидением. Обязательно. И каждый спортсмен должен иметь две майки разного колора, разный цвет, чтобы они отличались. И судья, есть одинаковые майки, то идет розыгрыш через подбрасывание монетки. Кто сохраняет этот цвет, а кто должен поменять цвет. Ну, Карсон, соберется он, не соберется. В душе, кажется, ну, в душе хочется, чтобы, конечно, не умерла школа шведская. Наверное, Карсон еще будет продолжать играть. Он не говорит о том, что он заканчивает выступать на мировом уровне. Значит, он последний магикан, который может сохранить традиции шведской школы. Ну, вот повел он 2-0, может быть, успокоился. Может быть, счастливой майкой. Лучший результат, кстати говоря, который показывал на чемпионатах мира Петер Карлсон. Не справляется с подачей. Не справляется с подачей. Теперь Хижевен подал с нижним, сильным нижним вращением, коротко. А теперь длинно подал. И вправо сыграл. Ничего не понимает. Ничего не понимает. Нет, ну мысленно он, может быть, и понимает. Сделать ничего не может Петер Карлсон. Непонятно. Я не думаю, это нервное состояние. Вот опять то в спин с пола, в левый угол, плотный блок.
очень такой плотный, с сильнейшим нижним вращением получается мяч. Мяч летит плоско и соскакивает. Вот правый угол, наконец-то сыграл вправо. Ну, не знаю уж, от безысходности, что ли. Вот сыграл вправо и выиграл очко. 2-2, может быть, это очко как-то его поддержит. 3-1, что ли? 4-2, по-моему. 4-2. Или 3-3. Ну, сейчас посмотрим. Да, 3-3. Вот опять правый, наконец-то. Вспомнил, куда включился. Вспомнил, куда играть. Хежевен, это тоже не резон затягивать эту встречу. Он будет пытаться выиграть этот сет, чтобы закончился матч. Физически-то он тоже не вечный. Ну, и так... поэтому лезет в атаку. Такое ощущение, что все-таки какие-то они двужильные, что ли, китайцы все. Не устают. Вот. 42 года играет спокойно, не без эмоций, без нервов. Ну, не то что уверенно, но свою линию гнет и гнет, гнет и гнет. Причем вот стабильно Карсон, очень гнет. Вот Карсон опять влево. Я не пойму его, но это дело принципа, что ли? Но если дело принципа, ну, наверное, это героический поступок. Мяч разбили. А, мяч, мокрый мяч. Причем Хижевен отдает его судье. Довольно-таки оригинально все это. Ну вот, может быть, это пауза, которая нужна была Хижевену. Хижевен тоже какой-то сыграл по-новому, накатил слева по подаче. Ой, начался психоз, психоз начался. У Карлсона? Да, да, все, психоз. Заводит себя, может злится. Может быть, это нужно, может быть, он знает, что только так. Вот опять с пола. Ну, теперь прокрутил этот мячик. 7-4, 3 очка. Да, Карлсон очень сильно разозлился и на судью, что тот вытирал за Хижевена. Вот опять правый угол, да. Да, действительно, да. Сам себя подстегнул и говорит сам себе сейчас, дескать, ну что ж ты раньше Нет, делал? Он смотрит на Хижевена, он на него уже смотрит так принципиально, что ж ты надо мной издеваешься. Посмотрите, он прямо на него смотрел, но тот очень так мягко подошел. Да. Ну и шла, может быть, Хижевен в этом и ошибся. Разозлил он Карсона, и Карсон заиграл просто очень хорошо. По высшей точке стал играть. Вот он не пропускает, видите, со стола играет. Ни с пола, не дает мячу раскрутиться вниз и легко стоит. Ловил в правый угол, Ну, грамотно ловил. И, может быть, даже бы выиграл. Ну, это очко. Так, держит. Пока швед. В хорошем смысле разозлился на правильную игру. Нет, опять в левый уголочек. Проверил себя еще разочек. Не смогу ли я играть по этой диагональке. И должен играть вправо. Ой-о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 й. Вот такая реакция. 42 года, да. Это не только опыт, это, наверное, и физические кондиции сохраняет. Ну, китайцы молодцы, они долгожители. Вообще долгожители. Сенсации, кстати говоря, на 9-7. Соседнем столе не получилось. Тайм-аут берет Хежевен, по-моему, да? Нет, я думаю, тайм-аут взял... Карлсон. Карсон взял тайм-аут. Должен был Карсон, потому что он вел 9-4, счет стал 9-7. Я думаю, что тренеры его срочно останавливают. Да, тайм-аут взял Карсон, правильно. Он должен остановить его, потому что... Опять он ему подсказывает левую диагональ. Тот не могу, говорит. А ты попробуй. Два очка еще попробуй. Есть, да. Ты попробуй. Ну, смотри, согласился. Ну, согласился. Переубедил. Хорошо. Хорошо, сделаю. Продолжим мысль свою, что на соседнем столе сенсации не получилось. Ван Ли Цинь все-таки выиграл 4-3 поединок у Ли Чина из Гонконга. Вышел в следующий раунд. Ну что, 9-7. Подача Петера Карлсона. Раньше он по две свои проигрывал. Ну, скинул активно справа. Великолепно сыграл. Корпус. Да. И три сетбола у шведа. Довольно-таки четко принял подачу Хижевена. И Карлсон сыграл великолепно просто. И опять топ-спин по высшей точке. Причем поймал влево.
Да, ну он... Нет, он быстро сыграл. В этом-то весь вопрос. Когда он играет с пола, Хижевен успевает прикрыть, накрыть этот мяч блоком. А здесь он играет супер быстро. Конечно, Хижевену трудно играть. Он все-таки, ну, возраст, смотрите, это скор. И во-вторых, он сыграл то, что мы говорили иногда. Ты крути на реакцию, он не должен знать, куда ты будешь крутить, или вправо, или влево. Когда ты стабильно в одну точку крутишь, человек привыкает просто. Он сыграл, ну, как бы отдал в центр, во-первых, очень удобно отдал Карсону. И Карсон мог играть и влево, и вправо, и в живот, в любую точку стола. Ну, вот 1-7, седьмой сет. Ну, видите, мы здесь как бы прошли маленькую тему о тактике, о стратегии ведения игры против первяка левши. А левша против спортсмена, который играет не очень быстро, но мощными топ-спинами. Какое направление надо брать в этой игре? Очередную майку меняет Петр Карлсон. Я уже сбился со счета, если честно. Ну и вот шведская лавочка, Йенс Люнквист по центру. Один из тех, кто должен подхватить упавшее знамя после ухода с авансцены Яноя Вальнера и Йоргена Персона. Вот они как раз, кстати говоря. Ну, великолепные, наверное, все-таки вот отношения. Посмотрите, я думаю, что Вальнер, который Персон, который участвовал в десятках чемпионатах мира, Олимпийских играх, Европы, сидят на трибуне, болеют за своих, ну, за своего, наверное, лучшего друга. Отлично сыграл Карсон, конечно. Выдержал атаку, продолжил. Интересную такую вещь озвучу еще, дорогие друзья. В матче с Вернером Шлагером Хежевен проигрывал 2-3 по сетам, но два решающих выиграл со счетом 11-6 и 11-1. Так что с психологией у этого человека все в порядке. Китаец. Что ж поделать. И в хорошей, доброй, теплой стране живет Испания. Все ему хорошо. Но вправо, вправо сыграл Карсон. Ну, вправо, молодец. Но все-таки, ну, держи чуть-чуть, держи стратегию до конца. Опять влево. Ну, но молодец, выдержал. Ошибся, да, Хежевень уже. Да, да, я думаю, что все должен соединить Карсон сейчас. И стабильность вращения против подставки, который неудобный мяч летит. И ловить в правый угол. Вот с пола начал опять играть. Это бесполезно. Ну, заставь себя чуть-чуть быстрее. Заставь себя чуть-чуть быстрее играть этот мяч. Устал, может быть. Ну, нет, я думаю, возвращается. Привык он так играть просто, и всего лишь. Очень сложную подачу подает Хижевен. Хижевен. 3-3. А Карсон даже не... Не, подошел к полотенцу. Я думал, что он не подошел. Но он, по-моему, сам забыл, увидел, что соперник подошел к полотенцу. Решил тоже подойти. 3-3. Вот, в правый угол. Да, правый угол спасает. Причем, если вы посмотрите хватку Хижевена, при ударе справа ракетка практически всегда открыта. Если мощное вращение, именно по вращению, мяч улетает за стол. А слева ему удобно накрыть мяч. Вот, ударом сыграл. Не блоком, а ударом сыграл Хижевен. Фантастически, конечно, проявляет и скорость, и умение изменить направление полета, по-разному сыграть каждый мяч. Что он принимает блоком этот мяч, что бьет. Ну, великолепно, конечно. Вот это опять уводящий. От правой, да, чуть-чуть правый живот. Это нормально получается очко. 5-4 повел. 5-4 повел. Ну, наверное, надо направление только выдержать, заставить себя. Даже, может быть, удобно вращать влево, но я относительно говорю Хижевена, удобно. А надо себя заставить в другую точку вращать мяч. Ой, а теперь быстро он сыграл. Вот теперь он не с пола сыграл. А быстрый топ-спин, он не сильный, по вращению тоже плоский. Его надо чуть-чуть приподнимать, и уже не такой плоский мяч получается при приеме Хижевена. Великолепно, великолепно сейчас сыграл. Вот правый угол, опять правый угол. Ну,
Ну, по-моему, нашел какую-то стезю свою. Ну, я думаю, что после следующего очка будет минутный перерыв. Да, раньше даже взял минутный перерыв. Тяжело. Было чувствовать, что он возьмет это минутный перерыв. Чувствовал по его глазам. Что они сейчас со своим тренером? Не, я думаю, что тот его прикажет играть нагло вправо все. Вот по диагонали, посмотрите, диагональ, раз, очко. Ну, он даже задел, но не в этом дело, он играл правильно по направлению. Я думаю, Хижевен сейчас будет пытаться играть и короткую игру в правый угол, и атаковать первым мячом вправо, и потом использовать свой блок слева. Другого у него шанса тоже нету. Чья тактика победит? Посмотрим. Ну, вот этот подставка слева. Супер подставка, конечно. Да, да, да. Серьезные люди. Серьезные взрослые люди. Играет настольный теннис на чемпионате мира за выход в 16 сильнейших мира. Ой, вправо сыграл топс. Хижевен сделал топ-спин пупырями. И мяч вращался. И можно вращать и пупырями. Он приподнял его мяч и за стол. Карсон опять с пола играл. Все правильно. Хижевен четко изменил направление. А как заставился. Классно он использовал тайм-аут. 5-0 он проигрывал в тот момент или 5-1? Не, Хижевен, не. Хижевен. 7-4. При счете 4-7 он взял. Перерыв, счет стал 7-7. Хижевен, ну тактика, чья тактика? Вот. Ой, Вот это идет борьба. Кто сыграет более активно в правый угол? Молодец. Теперь уже можно похвалить Карсона. Прекрасно, прекрасная тактическая борьба. Вот, сильное верхнее вращение использовал Карсона при подаче и не справился. Хижевен хотел тоже плоско просто толкнуть этот мячик. И мяч выскочил за стол. 9-7 опять. Мяч мокрый, показал судье, чтобы он ему вытер. В общем, использует каждую секундочку, каждое мгновение. Действует на нервы Карсона и использует. Опять. Такое ощущение, что мяч мокрый да, был. Да, соскочил он с ракетки, практически не ударившись об нее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пупырями легче играть по мячу, который имеет каплю какую-то пота. Ой-о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 й. Нагло влево для того, чтобы играть блоком. Играй сразу вправо тогда. Чего думать-то? Елки-палки. Ну не выигрываешь ты в этой ситуации. Меняй направление, друг мой. Кстати говоря, победитель этой пары, мы ошиблись тоже немножко, не на Малиня выходит, а на победителя пары Олсан Юн Владимир Самсонов. Малинь в нижней части сетки, и к нему идет победитель пары Тима Бол Лю Гожен, но для этого Малиню нужно сначала еще и Лючана Блащика обыграть. Ну, итак, хай. Решающие фрагменты этого упорнейшего поединка. 10-9, счет. Ой, все-таки выиграл. Ну, слава богу, Петер Карлсон выиграл. Мы болели и не скрывали своих эмоций именно за него. 11-9, хотя вел достаточно уверенно он на протяжении седьмой партии. И тем не менее, в концовке немножко сдал. Но все хорошо, что хорошо кончается. Да. Нет, ну, сейчас повезло чуть-чуть. Сильный навесной топ-спин он сделал. Очень вот, сильный, смотрите. Высокий навесной. Да, трудно. А Хижевен пропустил. Он не сыграл с полулета, поэтому и играл тоже по высокому мячу. Довольно-таки сложно было успеть закрыть высокий мяч и слева закрыть. Вы попробуйте.